NS Broker – надежность превыше всего. Брокер, как адвокат, должен быть безукоризненным. От того, как вы его выберете, будет во многом зависеть ваше будущее на финансовых рынках. Сегодня мы расскажем вам об одном достаточно надежном брокере. NS Broker – брокер валютного рынка Forex, который предоставляет трейдерам доступ на финансовые рынки уже больше 10 лет. Брокер является регулируемым, а значит и безопасным, предлагает для торговли самую современную разработку компании MetaQuotas. Торговый терминал MetaTrader последней версии, а также полезный для трейдера сервисы и полный комплект обучения для новичков. Ежедневно на сайте брокера регистрируются сотни трейдеров, которые приходят торговать со всего мира. Хотя основной рынок для брокера все же европейский. Насколько безопасен брокер? Для компании NS Broker очень главным приоритетом в работе является обеспечение полной безопасности своих клиентов. В пользу того, что брокер надежен, говорит прежде всего то количество лет, которое уже держится данный брокер на рынке. Больше 10 лет, а все старожилы финансовых рынков уверены в том, что ни один мошеннический или ненадежный брокер не способен столько удержаться на рынке и не потерять свою долю клиентов. Очень важным критерием надежности брокера является регуляция брокера различными регуляторами. Регулятор – это защита трейдера и инвестора от мошенничества. NS Broker сумел пройти очень сложный отбор регуляторов и получить лицензию управления по финансовым рынкам Мальты. Кроме того, нужно понимать, что раз целевая аудитория брокера находится в Европе, то компании было необходимо получить одобрение от ведущих европейских регуляторов, что и было сделано. Брокер получил зеленый свет от следующих регуляторов, расположенных в Европе: Великобритания – FCA, Германия – BaFin, Франция – ACP, Испания – CNMV, Дания – Finansinspektionen, Италия – Consob. Так что NS Broker – официально регулируемый брокер, что является очень важным обстоятельством, ведь все мы знаем про брокеров без лицензии, которые обманывают граждан, навязывая им свои услуги через массовые холодные звонки. NS Broker хранит клиентские деньги на сгенерированных счетах крупных банков, в частности, партнерство брокера – это крупнейший мальтийский банк Bank of Valletta и крупнейший банк Кипра – Bank of Cyprus. Контроль за деньгами осуществляет один из самых известных аудиторов компании PwC. Аудиты регулярно подтверждают, что брокер полностью выполняет свои обязательства перед трейдерами и инвесторами. Закрытие и открытие сделок также происходит без сложностей, потому что ликвидность представляют крупнейшие банки, к примеру, UBS, знаменитый Citibank, швейцарский эталон надежности Dukas Copie Bank. Важно, что брокер заботится о том, что счета не вскрыли мошенники. Так брокер ввел обязательную процедуру верификации счета с целью защиты от разномастных жуликов. Торговый терминал. MetaTrader 5 – превосходная современная торговая платформа. На MT5 есть возможность торговли валютами, индексами, сырьевыми товарами, драгметаллами и даже криптовалютами. В общей сложности NS Broker позволяет торговать более чем сотней активов. MT5 очень выгоден для трейдеров, ведь вы можете торговать как с компьютера, так и с планшета или телефона с лучшими условиями. Например, такими как терминал позволяет торговать с узкими спредами от 0,3 pp. Сервера MetaQuotex работают безотказно. Есть все возможности для технического анализа графика. Есть возможность сразу загрузить целую сотню графиков нужных вам активов. У графиков есть 21 таймфрейм на выбор. В терминале уже предустановлены порядка 50 индикаторов технического анализа, а в сети пользовательских индюков можно найти тысячи и тысячи. Скорость ввода и вывода средств. Есть несколько способов оплаты, а также вывода средств со счета. Первый – банковский перевод. Комиссии на перевод нет, зачисление и вывод средств происходит за 2 рабочих банковских дня. Второе – кредитные депозитные карты Visa и MasterCard. Прибыль выводится за сутки, а все выполнения счета моментальны. Третье – электронные платежи Skrill и Neteller. Хотя у нас эти системы не в ходу, они очень удобны и крайне защищены от хакерских атак. Комиссия за вывод составит 2,9%, а пополнение счета пройдет без сборов. Примечательно, что у NS Broker нет никаких ограничений по суммам ввода и вывода, как минимальным, так и максимальным. Хоть вы простой парень с десяткой баксов, хоть Ротшильд, вы сможете торговать согласно своих возможностей. Полный цикл обучения. Для успешной торговли на рынке вам потребуется большой багаж знаний. NS Broker позволяет получить этот багаж. Все, что вам нужно, это пройти обучение на специализированной площадке брокера. На площадке вы сумеете получить теоретические и практические знания.
Глоссарий. Тут вы сможете прояснить все часто используемые термины из мира финансовых рынков. Если слова спред, своп, маржа неизвестны вам, прежде всего стоит заглянуть сюда. Второе. Электронные книги известных трейдеров. Книги содержат в себе основы работы на рынке. Третье. Видеокурсы. Смотрите, изучайте, применяйте. Также имеются тесты на проверку усвоения материала из курса. Четвертое. Вебинары компании. Вебинары ведут известные трейдеры, и преимущество этого типа обучения в том, что есть обратная связь. Вы всегда можете задать вопрос в чат, и вам ответит ведущий вебинара. Пятое. Демо-счет. Тренировочный учебный счет, который пополняет виртуальными деньгами, позволяет отработать технику торговли. Но засиживаться на демке не стоит, нужно уметь контролировать себя и свои риски на реальных деньгах. NS Broker. Стоит ли доверять? Наш ответ однозначно да. Брокер давно на рынке, и поверьте, жулики не держатся на этом рынке так долго, поскольку конкуренция со стороны других брокеров бешеная. Это один из самых жестких рынков для бизнеса – брокерский. Раз брокер выжил и существует так долго, то ему можно доверять, в плюс играть наличие лицензии, необходимость верификации счета. Это также признаки надежной брокерской конторы. Брокер дружелюбен к новичкам, что так важно. Если вы решите попробовать себя в торговле валютами или индексами, или сырьем, или драгметаллами, стоит начать с NS Broker.